Но одновременно с этим в нашем сознании присутствует другая энергия. Если мы говорим, что сознание — это энергия жизни, активности, любви, да, это вот такое свойство у нее, у этой энергии, то есть другая энергия, которая не обладает сознанием. Вот этот пульт, он не обладает сознанием. Обратили внимание? Сидит спокойно. Вы не можете сидеть спокойно. Все время какие-то мысли, все время мы живые, мы сознаем, мы чувствуем, мы желаем. Тут нет чувств думать и желать. Ноль вообще. Какой спокойный, посмотрите, человек. Очень спокойный человек. Ноль. Он даже не человек. Там нет сознания. Да? Пассивность, сосредоточенность полная на себе, сам в себе. Другая энергия. И вот что происходит? Мы по природе хорошие. Я уже объяснил вам это. И значит, сознание по природе полно вот этой энергии любви. Так или иначе она проявляется. Но вот этот материальный элемент, который находится в нас же, что он делает? Он заземляет и ограничивает энергию сознания. То есть мы хорошие, мы хотим прямо вот «родненькие мои». А вот этот элемент говорит: «Стой, стой, это кто родненький-то?» Ну так же нельзя. Ну подожди, а как же ты? И вот этот элемент, материя бездушная, материальная энергия, она приводит к тому, что энергия сознания ограничивается. Понимаете? И вот когда она ограничивается, то вот появляются вот эти вот мысли: жить для себя, вот только мне, а что они такие? Почему они меня не признают? И в Бхагавад-гите эту энергию называют словом, ну-ка, где у нас эта энергия? Видите, вот вторая энергия, добрый такой. В Бхагавад-гите эту энергию называют словом кама, кама или вожделение. Герой Бхагавад-гиты Арджуна, который понял уже, что ему нужно делать, ему уже объяснили все, что будет лучше всего для него, для них, для человечества. И он прям даже понял, что надо делать. И говорит: какая-то сила не дает мне это делать. Из сердца эта сила идет. Может быть, это сверхдуша? И учитель ему говорит: нет, брат, это не сверхдуша, это вожделение. И этот стих 3.37 говорит: «О Арджуна, эта сила – ничто иное, как вожделение, которое возникает под влиянием гуны страсти, а затем превращается в гнев. Вожделение – всепожирающий, греховный враг всех существ в этом мире». Всепожирающий, греховный враг всех существ в этом мире. То есть вот это враг там живет. То есть мы хорошие. Смотрите, как интересно, да? Мы хорошие, но есть враг. И это не мы. Просто мы чувствовали, да, всегда, что мы хорошие. А просто враг какой-то мешает нам жить. Но в чем же проблема наша? Наша проблема в том, что мы считаем этого врага другом. И позволяем этому врагу делать то, что он нам говорит. Вот проблема какая. Нам, и при том, смотрите, нам не обязательно делать то, что он говорит. Но мы делаем. И чем больше мы этого делаем, тем труднее с нами жить. Тем труднее этой энергии, которая идет из нас, изнутри, из нашего сердца, тем труднее этой энергии пробиваться. Тем труднее этому счастью приходить в нашу жизнь.